Да, дорогие друзья, вышло, короче, у нас на Ark Survival WoW новая карта Валджера или Валгуера. Я, если честно, пока только не понял, как оно произносится правильно, но вышла у нас новая карта. И подробнее эту карту мы сегодня с тобой, разумеется, рассмотрим. Ну, в смысле, не то, что я буду играть на этой карте. Сейчас, правда, в арке у меня проблемы, что-то фризы были после последнего обновления. Но сейчас вроде еще вышло обновление, и скоро, надеюсь, я буду снимать вам арк. И то, что... Ну, надеюсь, то, что не будет он фризить, а то он сейчас фризит прям очень жестко, и несмотря даже на настройки графики. Итак, ну что ж мы увидели в этом трейлере интересного? Для начала вот посмотрите вот на эти красивые биомы, да? Точнее, не биом, а мир. Мир у нас такой из скалистой местности. В основном, скорее всего, даже вот тут вот есть какие-нибудь углубления. Туда пониже, водопады там, какие-нибудь подземные пещеры. Но, самое интересное, что может быть тут, это новое существо у нас. Ну вот тут вот его видно получше. Выглядит он на фазе раптора. Ну, короче, это типа Дейнаних. Подробно Дейнаниха мы с тобой рассмотрим попозже. Обсудим стрим разработчиков. Что же пишут у нас разработчики по этой замечательной карте? Пишут они, то что более 63 километров новых земель и моря для изучения. То есть у нас будет дофига возможностей. Ну не то что дофига возможностей, а 63 километра нового. Короче, наверное, это будет PvP-карта, скорее всего, потому что много будет мест для баз, скорее. Точнее, она уже вышла, но пока мы ее просто не обозреваем. Но на сервера пока эта карта не вышла. Так, вот смотри, 8 биомов с огромным разнообразием климатических условий и опасностей. То есть, что же нам говорят разработчики? Ну вот смотри, помнишь, когда вышла карта «Выжженные земли», вот платная такая, эксклюзивная карта, на этой карте раньше были виверны, все дела, да? Ну так вот, потом разработчики, значит, берут и выпускают «Рагнарёк» с грифоном, да? И в этом Рагнарке тоже есть виверны. Очень интересно, да, со стороны разработчиков. По идее, игрок, который купил, например, когда-то выжженную карту, имел плюс над теми, кто играет на Айленде. То есть он мог взять, своровать яйцо виверны и вырастить виверну. А тут фигак добавляют бесплатный Рагнарёк. Ну ты понял намек, да? А тут они, значит, берут, добавляют вот этот вот наш Валгуера. Я просто, сорян, не знаю, как тебе выговорить. И в этом Валгуера, как ты видел по трейлеру, есть, значит, такая же подземка, похожая на аберрацию, хотя это и есть аберрация, потому что там вон грибная древесина точно будет, вон грибы знакомые, подземки. И я не удивлюсь, если вот в этой мини-аберрации на этой карте из 8 биомов будет также гнездо дрейков и жнецы. Я не удивлюсь просто. Это называется бесплатный подгон тем, кто не заплатил за дополнение. То есть получается так же, как и с вивернами поступает. Нам сейчас будут втирать дрейков и риперов. Ну, может быть, даже опустошители с кротокрысами. Я фиг знает. Насчет каркиносов еще не уверен. Ну, короче, играя в этой карте, мы с тобой это увидим, но это только мои догадки. Еще вот пишут, найдите остатки прошлого в затерянном храме. Ну, интересно, да, отсылки всякие будут, да, много записок, наверное, вот. Артефакты на боссов, призывание, тоже интересная тема. Ну, короче, это типа Рагнарёк, но получше получается. И, разумеется, если в Рагнарёке выпустили вот у нас Грифона, новое существо, то вот на эту карту у нас добавили Дейнаниха, который у нас, вон, умеет тоже всякие штуки вытворять. Арена боссов, вон, с прочной боевой последовательностью. Вон, Мегафитик. Против Мегафитика.
Так, где игроки сталкиваются с порочной боевой последовательностью против мегафитика, мантикоры и дракона. Мощные тройные встречи с угрозами. Мегафитик. Вот мегафитик. Кто такой мегафитик? Вот, пацаны, походу это какой-то новый босс. Но если это новый босс, то да, новый интересный контент, окей. Так, большая сеть пещер, которые можно записать. Так. А, вот, в том числе обширные впадины Аберрашн. Аберрейшн. Короче, вот я что и говорю, вот видишь, вот по-любому там будут существа и забираться. И вот мне это не сильно нравится, потому что получается все теперь могут, что ли, на таких животных быть, как вот риперы, наш скальный Дрейк дорогой. Так, ну смотри, у меня есть догадка насчет этой карты, короче, вот видишь, да, как тут все, 8 биомов, да, вон один у них. Ну смотри, что я тебе хочу сказать. Насчет этой карты. Мне кажется, эту карту вот решили у нас добавить разработчики после выхода Extinction. Типа, в конце помнишь, да? Если ты, конечно, видел, как там конец игры, ну, арка самого. Там убийство босса вот этого нашего главного титана. Там типа... Вот эти вот арки, так называемые сферы, ну карты, на которых играли игроки, спускаются, значит, на планету Земля и возрождают жизнь. И больше нет зараженных существ и всякой дичи. Но что я хочу сказать. Получается то, что типа разработчики решили это воплотить. Если тут 8 биомов на этой карте, то скорее всего они сделали вид, типа вот эти арки спустились на планету Земля, возобновили на ней жизнь. Ну и вот, типа, скорее всего, разработчики решили сделать именно так, типа, 8 биомов, типа, продолжение карты Extinction. Но, разумеется, тут контент из Extinction, надеюсь, не будет, а если будет, я охренею, я просто охренею, если тут что-то из Extinction еще добавят. Точнее, добавили. Ну так вот, что ж, переходим к просмотру нашего дорогого этого Динониха. Что вот нам хотят показать разработчики? Да, разумеется, они нам хотят показать, как они играют на плойке или там на Xbox, и их наверняка сейчас не волнует проблема с игроками, которые играют на компьютере, потому что у игроков на компьютере ясен пень, там фризы всякие, тыр-пыр тролливали, а тут-то им, они, конечно, вон на плойке какой-нибудь играют, и у них тут стабильный FPS без фризов. Ну ладно, не суть. Короче, смотри, вот видишь, да? Вот он сел на этого Динониха. Динониха у нас, в принципе, выглядит вот так вот интересно. Да, и вот их главная способность, этих динонихов, то что они, видишь, какое-то оставляют кровотечение, и еще они умеют запрыгивать на свою жертву. Вот нам сейчас этот дорогой разработчик это демонстрирует. Как вот они умеют это делать. В принципе, живка такая нормальная, но если подумать, энергию так... Вот смотрю сейчас на энергию. Энергию так умеренно тратит. Если, например, стайку таких приручить, то, в принципе, могут нормальные такие цели они одолевать. Прикольное существо само по себе-то. Ну ладно, смотрим дальше. Вот смотри, видишь, он умеет делать дальние полеты у нас. Ну типа дальний прыжок, не полет, правильно сказать. Так, а также... Когда я смотрел, что он умеет-то у нас самое прикольное. Он умеет у нас, вот видишь, прыгать на скалы и так далее. То есть он умеет передвигаться по скалам, со скал вот так нападать. Короче, вытворять всякую вот такую себе дичь. Ну и выглядит он как раптор. По размерам даже немножко больше, я бы сказал. Короче, вот добавили они новое существо на свою эту непонятную карту. Ладно, дорогие друзья. С вами был Тутэмпаут. Надеюсь, тебе понравился обзор. Подписывайся на канал, ставь лайки. Скоро, разумеется, я буду снимать тебе контентик, потому что, ну, как тебе сказать, дела у меня там
работа, вот недавно окончил 9 класс, ладно. Давай там, удачи тебе, жди контента, скоро обязательно что-нибудь тебе досниму. Надеюсь, с Арком проблему они решили, разработчики, а то фигню вечно свои мается. Ладно, не суть. Всем удачи, всем пока.